Итак, сегодня у нас на обзоре сумки-рюкзаки от компании BAH, Der Duffel 20, называется модель Der Duffel, ну, то есть доктор Дюфель, нашими другими словами. Значит, это такая сумка-рюкзак, которая имеет 4, вот все, что у нас, ну, которое у нас есть в наличии, 4 различных объема. Так, буду показывать, значит, самый маленький. Это 20-литровая вот такая сумка, вот, которая невероятно круто выглядит. То есть весь дизайн, материалы, какие будут применены, разрабатывается в Швейцарии. Вот, компания BAH позиционируется как компания, которая использует очень все прочное, и чтобы вы с этим снаряжением могли дожить до старости. Вот так вот они это все позиционируют. Вот, ну, соответственно, на что ни взгляни, то есть везде все мощные фирменные молнии, материал кордура неистираемый, цвета очень приятные, все, дизайн очень крутой. Вот. Что мы видим? Вот такую вот сумку, очень похожа на саквояж. Но она просто такой формы, потому что там внутри находится коробка прямоугольная, поэтому она выглядит как саквояж. На самом деле уж она выглядит как обычная сумка, ну, как бы на самом деле это обычная сумка. Такая небольшая сумка, которая, я думаю, что больше подойдет для города, вот там для фитнеса, для еще каких-то таких активностей, там ходить на тренировки. Вот. Что мы тут имеем? Ну, во-первых, у него есть самая необычная вот такая вот система лямок. То есть вроде сумка, внешне даже не скажешь, что это может быть рюкзаком. Но вот таким вот образом вылазит такая вот, такие вот лямки. Такие вот лямки. Лямки, причем с поясным, с грудным фастексом. Блин, тут даже фастексы необычные, посмотрите. Вот. Что у нас еще есть по бокам? Значит, у нас здесь карман для папок. Допустим, папку или бумагу какую-то А4 можно положить с плотным таким вот. Ну, сюда там какой-то ноутбук там или планшет я бы не стал, уже все-таки это дно рюкзака, но вот сюда идеально влезут какие-то бумаги. Чтобы молния не закусывала, как в спальне, как видите, сделана вот такая вот стропа. Так, что еще тут у нас из каких-то навесных карманов? Ну, рюкзак небольшой, рюкзак-сумка это небольшой, поэтому тут особо ничего не придумаешь. Ну и теперь давайте перейдем к самому интересному. Самое интересное у него внутри, потому что у Баха запатентована система вот это вот фиксатор, вот это вот открытие. Смотрите. Таким образом получается как будто бы корзина. Корзина чем удобна? То есть такая, ну как корзина, да, условно. То есть корзина чем удобна, что и она полностью открывается, и у вас есть доступ ко всему, что здесь лежит. Вот, то есть это не какая-то сумка, которая не имеет форму, то есть это сумка, которая вот имеет прям форму. Вот у нее вот здесь вот, вот здесь стоит какой-то металлический каркас, который, видите, как чик, закрывается, чик, открывается. Вот. Внутри мы имеем раз и сетки карман. Обычно таким сумкам, вот таким. Ну, обычно большим сумкам не хватает внутри вот кармашков. Сколько вот баулов не было на нас на обзорах, то есть внутри вот таких удобных карманов еще не было. Это прям респект. Здесь можно раскидать, положить какие-то пропуска, карточки там, еще что-то, деньги. Вот мы имеем таким образом полное открытие и доступ к всему, что у вас есть внутри. Две ручки здесь. Я еще считаю, что, конечно, этой сумке не хватает какой-то переноски, чтобы ее можно было носить на одном плече. Да? То есть не все любят одевать лямки. Вот, ну, видимо, лямки есть, ручки есть, боковые ручки есть.
Ну, видимо, через плечо посчитали, что перебор, поэтому их нет. Вот. Такая вот интересная сумка. Вот.